И всем привет, ребята, вы на канале PPPixels, с вами Каксин Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем полковника Сандерса, который основал KFC, и он находится, конечно же, на логотипе KFC, и он вообще сам логотип KFC. Это очень прикольный мужик, который создал для нас KFC, и мы кушаем там вкусную курочку. Ну а, ребята, перед этим советую вам подписаться на мой канал, там, где я готовлю вкусную еду, так же, как полковник KFC когда-то готовил курицу и основал свою сеть, поэтому, ребята, подписывайтесь на меня, может быть, я тоже когда-нибудь создам свою фастфудницу KFC-шную. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка будет на мой канал в описании, там, где я готовлю вкусную кушетку. Подписывайтесь. И там ставьте лайки и смотрите видосы мои. Окей. Окей, ребята, погнали скорее же рисовать этого крутого чувака, этого дедулю. Погнали. Он занимает 20 клеточек по горизонтали вот так вот и 26 клеточек по вертикали. Особо сильно места не занимает, поэтому можно воспользоваться и нарисовать его наконец-таки. Окей, погнали уже. Все, хватит болтовни. Погнали. Все. Ставим, ребята, ребяточки, тут 6 клеток в бок. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, мы поставили, да, их. Вам видно? Видно, как они стоят? Да. Если видно, то супер. Ставим тут теперь раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тут теперь, ребята, ставим тоже раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Тут поставим одну клетку, а тут поставим, естественно, тоже одну клетку. Далее мы ставим вот отсюда вот бок 8 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Да, ребята, если вы вдруг за мной не успеваете, то обязательно нажимайте на паузу, дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Ну, а я, естественно, продолжаю. Тут, ребята, тоже ставим одну клеточку. Будет тут у нас одна клеточка такая стоять, такая вот себе будет тусить, я бы сказал. Тут ставим тоже две клеточки. Тут ставим отсюда 1, 2, 3, 4, 4 клетки. И на низ пойдет. И на низ пойдет 3 клеточки, вот так вот, 1, 2, 3. И тут мы сразу ставим 4 клетки, вот так вот, 1, 2, 3, 4. Тут поставим 1, и тут поставим вот так вот, 1, 2, 2 клеточки. Далее мы ставим тут 1, 2, 3, 4, 4 клеточки. И на низ 3 клетки, 1, 2, 3. Теперь мы отсюда ставим 11 клеточек наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, а на низ вот от этой клеточки пойдет 13 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да, вот так вот есть. Теперь мы ставим тут 2 клеточки. Теперь ставим вот отсюда вот тоже 2 клеточки. Теперь вот отсюда ставим 1, 2, 3, 4, 4 клеточки. Тут поставим одну клеточку. В бок пойдет 2 клетки. Вот тут вот, в бок. Извините, не смотрел в камеру. Если там что-то за не видно было, как я рисовал, то уж простите. Вот, можете нажать на паузу и дорисовать, если что. Дорисовывайте обязательно. Потому что некоторые не успевают, а некоторые успевают. И поэтому не получается как-то так остановиться и прям, ну, чтобы успели. Или же наоборот, кто-то спешит. Окей, ставим тут 1, 2, 3. Тут ставим одну клеточку, тут ставим вторую клетку. Теперь тут ставим одну и еще одну клеточку. Вот так вот, да, легко и просто. И тут наверх 1, 2, 3. Вот так вот, да. Тут теперь 2 клеточки. Отсюда 2 клеточки. Вот отсюда теперь 5 клеток наверх. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 клеток готово. Тут, ребята, ставим 1, 2, 3 3 клеточки. А отсюда пойдет 5 клеточек наверх. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. Тут теперь ставим 2 клеточки. Бок пойдет теперь 2 клеточки. И тут 2 клеточки. Вот так вот, да. Как бы все легко и просто. Все очень легко и просто, я бы сказал. Далее мы переходим. Далее мы переходим сюда вот. Тут 4 клеточки ставим. В бок пойдет 1, 2, 3, 3 клетки. Тут поставим 1 и 2. В бок пойдет теперь 8 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Тут теперь ставим 1, 2 и 3, естественно, только в бок троечку. Тут ставим 2 клетки. В бок пойдет теперь 7 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут ставим 1. Теперь, ребята, пропускаем. Вот отсюда вот 2 клеточки. Ставим тут 1 клеточку, 2 клеточку и 3 клеточку. Также, опять же, повторяюсь, ребята, нажимайте на паузу, если вы не успеваете. Тут ставим 1 клеточку обязательно. И в бок пойдет 4 клеточки, вот так вот, сейчас, 1, 2, 3, 4, есть, да, тут теперь ставим одну клеточку, всего лишь одну, и теперь вот отсюда вот, тут от этих двух клеточек, вот, 1, 2, да, ставим тут 2 клеточки, тут теперь ставим всего лишь одну клеточку и еще 2 клеточки, как бы получается 5 клеточек, теперь мы ставим тут вот, 1, 2, 2 клетки. И в бок пойдет просто 3 клетки. Вот так вот. 1, 2. Тут поставим 1. И тут поставим 1, 2, 3, 4. Теперь тут поставим 2 клеточки наверх. Теперь надо нарисовать ему брови. Мы рисуем. Тут ставим 1, 2, 3, 4. 4 клеточки. И тут ставим отсюда 1, 2, 3. Да. Все, ребята. Он у нас уже практически получился. Нам всего лишь нужно его закрасить. И приступаем его, естественно, закрашивать, ребята. Если вы не успели, то нажмите прямо сейчас на паузу. Дорисуйте. Дорисуйте его сейчас вот. Нажмите на паузу, дорисуйте. И начинайте закрашивать вместе со мной. Ну а я приступаю, естественно, погнали.
В общем, ребята, мы его разукрасили, посмотрите, какой он уже крутой и классный получается. Его, в принципе, можно так и оставить, но я предлагаю его еще разукрасить. Он будет еще более прикольный. Смотрите-ка, мы берем желтый фломастер сначала. Изначально желтый фломастер, да? О, кстати, чуть не забыл. Хотел поставить и забыл. Смотрите, ребята, тут ставим мы три клеточки. Вот так вот, раз, два, три. Забыл совершенно, все вылетело из головы. Так, закрашиваем, да. Сейчас. Вот, все, закрасили, отлично. Отлично, сейчас продолжаем. Берем оранжевый фломастер. Тут ставим, ребята, одну оранжевую клеточку такой, да? Тут. Теперь мы поставим на низ три клеточки. Вот так вот. Далее ставим тут две клеточки, закрашиваем. Закрашиваем уже не тут, а вот тут вот, вот такой вот овальчик прям. Далее мы закрасим тут две клеточки. Теперь закрасим вот эту вот, ну, полностью желтую клетку, ну, оранжевой штучкой и все. Так, закрасили здесь. Далее мы закрасим вот эту одну клеточку, вот эту одну клеточку. И вот эти две клеточки тоже мы закрашиваем. Далее мы переходим вот сюда вот. Тут закрасим две клеточки. Тут закрасим тоже, только вот так вот две клеточки, а тут всего лишь одну клетку. Все, нам оранжевый цвет больше сегодня не понадобится, и он нам сегодня не нужен. Далее, ребята, теперь возьмите бежевый цвет или желтый, но лучше всего бежевый, потому что у него цвет лица бежевый идет. И смотрите-ка, мы ставим тут вот одну клеточку, оградим. В бок пойдет целых три клеточки. Теперь на низ, так, на одну клеточку и еще одну на одну клеточку, так вот. И также ограждаем вот здесь, вот. Вот от этой клеточки одну оградили и вторую. Все, ребята, вот это все закрашиваем. Вот эту часть начинаем закрашивать полностью всю. Поехали. Да, вот до этой части, ребята, зарисовываем. Тут вот тоже вот так вот закрашиваем тут. И вот эту часть тоже мы закрашиваем. Вот так вот, ребята. Тут теперь мы тоже закрашиваем вот эту вот часть. Вот тут две клеточки. И вот тут вот две клеточки. Ой, кстати, давайте-ка, наверное, еще поставим тут одну черную клеточку. На всякий случай, чтобы мы как бы видели разделение усиков. Потому что тут как бы идут усы, тут бы рот. Тут бородка идет его. И тут волосы дополнительные. В общем, ребята, вот такой вот он прикольный, класснейший, крутотейший, просто бомбический получается у нас. Выглядит он очень супер и очень-очень классно. Посмотрите, какой он крутотейший. Посмотрите, какой полковник Сандерс получился очень крутотейший, он очень-очень классный. Всем советую его нарисовать. И, естественно, ребята, ставьте лайки, если вам понравилось. И также, ребята, скоро выйдет крутотейшее классное видео, так что его обязательно не пропустите. Обязательно не пропустите, потому что оно будет супер-крутое, супер-классное и супер-интересное. Подписывайтесь, ставьте лайки, а на этом все, ребята. Да-да, чуть не забыл, подписывайтесь на мой второй канал. Там, где я готовлю кушать Андрей Назаров. И подписывайтесь. Всем пока, ребята, всем покедовки. Пока.